Добро пожаловать на... Сейчас, секунд. На прохождение Acquire Crowns. А, Acquire of Crowns, окей. А, это... Я не чувствую, что... А вот, я чувствую после 30, что он уменьшил. Давайте-ка на 50. Музыка хорошая. Твин вроде шутем ап обычный. Здесь я могу двумя играть, что ли? Нет, я не могу. Иди, не хочу. Фак, я засрал, я все засрал. Ой. Вот, все. У меня есть ворон. Мы играем за ворону, конечно же. Ну или за ворона. Как... который был почему-то, так скажем, прилеплен к дереву на цепь. Что с чем? Цветочек. Цветочек. Что, что? Окей. А что, если я полечу в другое место? Где, у нас что-то есть. Должно быть. Я тогда... Ну, то есть, в описании написано, что это хардкорный, мать твою. Хардкор прям до жопы. Ну. Конечно, пока я его не чувствую. Чувствую, что ни по кому попасть не могу. Хватит, пожалуйста. Понятно. Че это? А-а-а! Надо съябывать. О, ворона подбита. Что, как их закрывать, мать твою? Да ну давай уже! Уходи! А как мне их закрывать, кстати? Может, мне надо подлететь? Нет, мне надо улетать. Вот моя, мое перо. На. Ух ты, но! А, вижу. Вау, у меня уже половина хп. Вау. Сваливаем. Сваливаем. Оба-на. Сваливаем. Кстати, карта какую-то. Вау. Демоны какие-то атакуют. Точнее, не да как демоны. Это нехорошо. Вау. Куда мне лететь-то? Ну, мне нужна птичка. Птичка, я не вижу где. О, попади, пожалуйста.
А сюжет-то будет, почему... Ну там, сказка как бы можно, ну, то есть... То есть, просто решили освободить всех воронов заперти. Как мне понять, что они где... А. Ну. Я нигде здесь не пропустил. А. Вроде нет. Ты еб... Гребаный ты спайс. Ни хрена не снимает, конечно. Еще б не респли сзади, вообще было прекрасно. Не, ну пока это терпимо, а не респы сзади. Терпимо. Нет, нетерпимо. Ой, мать твою! О, мой бог. О, бог. Два пера. Два ху... Еее. С собой так. Окей. Как ее заряжать? А. Ну, понятно. What the fuck? Ау. Да давай. Это не ж... А. Я уж подумал, меня там же выбросили. Точнее, на втором уровне. Оп-оп. Уберите, пожалуйста! Я понял, игра. Спасибо. Пипец. Норм. Это пипец какой-то. Нет, идите в жопу, я не хочу в такое играть. Блин. А, сделайте вы... То есть вы называете это хардкором, но я называю это тупостью. Вы респайте просто сзади меня огромную кучу противников. О, боже, да я понял, да не зак... Как так можно-то, а? Давай, подбери, я уже пролетел раз 300. Да куда мне отходить? Боже мой, такая... О, боже, убери эту игру. Я воспользуюсь, когда она мне нужна будет. Понимаешь, а не когда ты захочешь, игра. Нет, пукан не рвет. Мозг рвет. Я нихера не вижу из этой особой таки. Hide, hide, please, this. I don't see anything. Please. The f...
О, и это орал, конечно же, прошу. Или они исчезают, я не понимаю. Они иногда появляются, иногда защищают. Ты хрен поймешь. Я там, помню, расстреливал, они там появились. Ну, то есть на первом уровне они появлялись и появлялись. Зачем мне еще стараться там? Ну, привет. Ну, привет тоже вам. Но, видимо, это закрывается, так что все нормально. Ну, то есть, в первом уровне ничего не закрылось. Я как убивал по одному, что... Что я там снял? Нет, это хуже, там было по три. Может, она убивает побыстрее. Хз, честно говоря. Эй, ворона, может, нихера ты... Что ты делаешь, мать-то? То есть я убиваю... То есть я правильно понимаю, я освобождаю ворон, который убивает людей? Давайте посмотрим, пропадет же, да? Ноп. Да-да-да-да, оп. Он посильнее, да, но... Потому что стреляет практически ровно по ним. Оп-оп-оп. Не, ну это не Bullet Hell хотя бы. Это не Bullet Hell. Это прекрасно, конечно. Я просто стрелял в стороны. Что ты... Какая зараза-то, а? Два инвалида, мать твою. Почему меня атакуют оттуда? Если я пошел туда. А-а-а, я подумал, ты сдохла. Тут точно должна быть ворона. Надо чуть-чуть одолеть, мне кажется. Чуть-чуть. Заткни свой хлебало там, пожалуйста. Все, вы ищете, нет? Понятно. Поехали отсюда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Воу, нет. Есть. Музыка хорошая. Но она одна. Она одна. Так, где-то я просрал. Кажись. А нет, все нормально. Мне бы только пройти, вперед успеть. Нет, назад. Я надеюсь, все мои бафы сохраняются, да, между уровнями. Воу-воу-воу-воу-воу. Ты мне тут не шали. А, я чё ничего. О, ноу. Оу. Воу-воу. Пш.
еще какие-то теперь. Хотя это больше похоже на мини-скорпион, летающих скорпионов. А не мини, летающих. У меня есть спящего, так. Смена оружия. Мне это нравится больше как-то. Точность, залог успеха в таких играх. Окей. То есть вот он. А, нет, все нормально. Но так тоже прикольно, думаю. Как будто в рот залетаю. Воу. Ну теперь как бы нет, без отличий. Так, куда же мне лететь? Там сколько нужно было? 3? Пытаюсь? Я больше просрал. То есть там ничего нет или что? Нет, там что-то есть. Сколько надо? Я не пройду, кажется, с первого раза. Точно. Только если буду супер четким парнем, которым я не являюсь. Если бы их можно собирать, знаете, как в Кикэса команда, в которую их напарники помогают, если ты их освобождаешь. Вот это да. Было бы неплохо, знаешь, немножко так. Я тоже так могу, чем нет. Здесь ни хрена нет. Фак. Наверное, они подумали, что я сюда пойду сначала. А до них долетать вообще? Воу. Время. Измените свободу. Чувствуешь, меня тараканы, ой, муравьи, это же муравьи. Не, ну вот технически она сделана, ну, неплохо. Ау. А я что-то снабил.
Так и знал, что она прилетит, скотина. Что у нас там? Может, мне вообще вниз надо? Я как-то хере. Да, некоторые исчезают, некоторые нет. Окей, я понял. А некоторые могут перепоявляться. Еще б из врагов ХП выпадал, это было вообще идеально. Успокойтесь, пожалуйста. Ой, вот ты можешь уйти. Перекатики, укрытие. Оп. О мой бог. Но мне сюда, значит, надо было. Или нет? Или тут просто все соединено хорошо? Уже. Видимо, на это и было поставлено, что они типа будут немножко пугать. Оп. Оп, оп, ноу. Я не знаю, где ты, но я найду тебя и убью, Павла. Еще одна. Оп. Где? Здрасте. Да, они были соединены хорошо. Окей. Что ж? Муравей. Муравей. Босс. A boss time. No. А, у меня практически полная. Что я думаю, юзать не буду. Так, не то.
Да сдохни ты уже. О, однажды укушенные. Они не сдохли же, ну. Мне как-то не очень нравится, я бы сказал. Может, он дальнобойный? Я не понимаю просто, в чем прикол. Норм. Привет, чуих. Пользоваться своим как щитом неуважительно. Напоминает какой-нибудь пистолет-пулемет, я не знаю. Если сравнивать с таким вот. Да, то есть там дробовик, а здесь как-то не очень. А вот где. Морской еж, мать твою. Обманули. Ау! Не заметил. Да, я так и знал.
И опять меня вниз. А ну, ок. Не нравится. Плюс сразу дают. Окей. What the fuck? А, ну да, и конечно, сразу же сзади противника резко. Спасибо. Да какого хи... А можно, нет? Нормально. О боже мой. Сзади. Сзади. Откуда еще? Сзади. Сзади. Thank you.
Я не понимаю прикол этого оружия. Вроде бы скорость такая, ну практически. Да, молодцы, давайте дальше так же. Так. Нет. Сколько в этой игре урон? Нет, просто. 13. Ладно, поверь. Но я переключусь, потому что это тупость же, ну. Она ничем не отличается практически от этого. В чем прикол? И не видно враг. О, боже мой! Задник, это должен быть задник, не передник, мать твою. Sorry, no. Да, сзади, да. Можно нормально, пожалуйста. Шок, я тебе нахер. Спасибо. Вау, окей. Щелч. А что у этого? Ну, вот тут возможно. Правда, там три. Ну ладно.
И что это такое еще? Батаранги, что ли? Ну, спасибо. Спасибо за батаранги. А, ну да, спасибо за врагов сзади. Да еб... Хватит сзади противников респать, вы заеб... Еще тут два. Там. Что, ХП? О-о-о-о. Боже, выйди уже, пожалуйста. Ой, привет, противник, респнувшийся сзади. Привет. Как дела? Как дела? Да, да, прям в жопе респнуть, да. Спасибо, я его... Так, сколько еще раз вне уровней? Утро. Ну, утро может быть и через 70 часов. Полдень, закат, ночь. Бейте гигантский летающий глаз. Слишком много. Норм. То есть вы сделали шут-эм-ап. Даже не bullet hell. То есть. Да, то есть это не bullet hell. Bullet hell — это все зависит от твоего скилла. Здесь все зависит от случая. Возродится сзади у тебя жопы враг. Не возродится у тебя жопы враг. Вот это они называют хардкором. Давай, 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 я тебе тоже резну в жопу, врага. Разработчик. Террористы с бомбой, давай. Вот это вот вы называете хорошим геймдизайном. В нынешнее время, видимо. Да, респать в жопе противников. Отличная идея. Что? Отличный шут-эм-ап? Не. Зачем? Зачем делать что-то интересное? Новое? Да, когда можно просто, блядь, врагов в жопе резать. Говорить, что это хардкор. Вы что? Вы должны были быть готовы, чтобы к вашей жопе присоседится кое-кто другой. А, через труп стреляет, окей. Ты свои бытеранги убери, пожалуйста.
А можно прекратить эти... О! Норм. О, норм. Пошел нахуй отсюда. Геймдизайнер, мать твою. Геймдизайнер? Идиот. Понимаете, рез в твоей жопе признавали дебильным еще во времена NES. Ну, тогда с этим смирялись, потому что это было... Ладно, еще говорили. И там резнули, спасибо. Может, вы прекратите, а, респать их? Или у вас просто скрипты не работают, и они должны были быть на обратном пути? Вот в чем вопрос. Понимаете, еще. Давай, ну, огонек, мать твою. Почему? Чит. Обалдеть, блядь. И ХП нет, да? И возрождение постоянно. Конечно, попытаюсь. Раз, утро. Ой, сзади противники. Как вы любите их, кстати, я знаю. Хватит, а! О, боже мой! Вы такие тупые! Нет. Нет. Ну.
Я... Нет. Впервые за мной гонится аптечка. Впервые. Ладно, согласен. Пытаюсь как-то увернуть. Просто жесть какая-то. Посмотрите, сколько ты... Интересно, сколько это будет на третьей? Может, я просто не так играю, и надо вот с этой играть, потому что... Что это? Bullet Hell начался, да. Хардкор. Это то. Ну да, 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 да. Она прям во мне сидит потом. Можно, чтобы она немножко побыстрее летела, вместо вот, вот как вот эти, хотя бы. Понятно. Они не умеют делать это. Я не знаю, где они учились, но учились они в говне. Нахуй. А давайте маленьких врагов вставлять еще вот такие показ. А можно она будет лететь, ну, побыстрее, а. Быстрее, что это?
Вы посмотрите, как эти осы из... О, боже мой. А можно, чтобы был Friendly Fire у них какой-нибудь? Или еще что? Ну не надо так ре... Я... Вот если бы я не сохранил эти штуки, мне вообще бы пи... Ш... Тупость, блядь. Hardcore! Hardcore, да. Hardcore. Ну назовем это Hardcore. Везде будет Hardcore. Нет. Так, так... Не так и грядилось, не так и грядилось. О, да! Какая у меня отпалил. Чё ему? Ему-то чё? Да. Да-да-да, его-то батарангит, это отлично просто. Я не вижу, где... Где её мать? Ну, бро. Сейчас еще. Что вы думали? Вы что думали, будет интересный геймплей? Сейчас. Хороший геймплей в сделку не входил. Понимаете? Ну да, теперь за мной будет летать сердце. Поэтому я не смогу еще больше остановиться. О да, о да, о да, о да. Да, и сердце, блин. Спасибо, игра. Просто thanks. For your shit. А может она вообще урона не получила, кстати. О да, давай, давай побольше. Больше дерьма. А это только первая она. Я должен еще проходить всю игру? Вы тупые разработчики. Нет. Понимаете, иногда разработчики тупят и делают антирекламу всегда. Конечно, я не такой известный, но все равно это тупо. Человек придет и посмотрит, наверное, что... Прежде чем купить. А, да. Чем передники такие делать? Я не понимаю, за ними не видно врагов. Темное на темном. Алло.
Учили вас геймдизайну-то, нет? Я пролетел прямо под ним. Что? Блять, как вы тупые. Блин, дизайн, окей. А что это? Какой вверх? Зачем? Почему меня вдруг подкинуло вверх? Ни объяснения, что это? Ничего. Взрыв. Бум. Все. Да, теперь это первое будет за мной. Великолепно! Но зато когда я пролетаю мимо, прямо в него, он не собирается. И летать за мной не собирается даже. А я пытаюсь. Ох, как я пытаюсь не просто. Вас никто не учил делать игры, да? А, наймем это программист, а, наймем дизайнер, а, игры будем делать, а. Thank you.
хотя бы вас убивают полегче. Ёбаный пайдей! А босс таки? Вот я что-то вам не верю как-то. Бить огромную осу был. Посмотрите просто.